Друзья, всем привет! Немножко переместились мы с Ирой к другой деревне. Вот, тоже деревня старая, давно здесь. И сейчас пробиваем окрестности вокруг этой деревни. Здесь тоже река рядом. Все, вот. И здесь мы раньше чешую находили. Вот, так что интересные монеты были. Посмотрим, что будет в этот раз нам попадется. Наверное, здесь и серебро, да, мы серебро здесь тоже находили. Царское серебро было. Крестик Ира нашла такой древний, прям 12 век, по-моему. Что, такие дела, что найдем, покажем, соответственно. Так, откапываем первый сигнал. 26. Первый сигнальчик. Какое-то изделие из медной проволоки. Понятное. Что-то с медной проволоки кто-то сделал. Это 8.39. О, монетка. Монеточка. А? Монета? Да. Советы. 55-й год, 2 копейки. 55-й, 2 копейки. Подубитая. Берем. А? А? О, значит, это империя по-любому. Это не 2 копеечки 55-го года. Берем. Пуговку гирька, Ира. Гирьку нашла. Это значит, что мы на верном пути. Смотри. Что там? А, вот и изделие. Это. Ух ты, ничего себе. А это серебруха, наверное, слышишь? Почему это решил? Не? Ну посмотри, не? Думаешь, не серебро? Ну, какое-то изделие, прям вон рисунок видно. Монетка выскочила. А? Серебро? Серебро. Это цари, серебро. Офигеть, 15 копеек. Ира, ты представляешь, мы здесь ходили сколько раз, да? А там цари вот в этом буреломе. Вот только что здесь проходили, да, блин. Брызну, не тряси. Серебрух 15 копеек, цари. Класс, блин, нифига ж себе, елки-палки. Давай ее это, я сниму на камеру, на такую. Да, вот 15 копеек 1914 года, серебро. Ну-ка, переверни, Ир. Да, вот орел здорово сохранился, там песочек немножко это, отмыть и все. Не буду тереть. Не, тереть не надо, прям в хабарницу сразу.
Здорово, поздравляю. Это вообще бомба. Все. А вот и здесь... под тем корнем вообще перестал сигнал брать. Ага. Смотри-ка, надо здесь вообще проверить, блин. 15 копеек, ну это... Ну, по тем временам-то хорошие деньги, блин. Да? Здесь что-то звонит. Очень много железа вот здесь вот. Вот такие кованые гвозди. Глубоко. Они дают цветной сигнал. А не вырыть их нельзя, потому что вдруг это не гвоздь, а еще что-то. Ржавые. Кованина. Положить. О! Они же тоже по 500 будут. Конечно. Да, это достойно. Слушай, он какой-то металлический, по-моему, даже. А, нет, медь. Что там? Пробка. Советы? Ну, я не знаю, смотри. Она без номера, а то такие тоже собирают. Нет, алюминиевая пробка. Смотрите, что нашел. Смотри, крест серебро, какой. Крест? Я, походу, серебро. Да? Да. Он вообще на поверхности был. Офигеть. Слышь, вот он, вот смотри, я сколько отрыл. Вот он, чуть-чуть прям, наверное, корнями подняло. Офигеть. Да? 16 бил, Ир. Охренеть, да? Слышь, похоже на золото даже немного. Не, ну не золотой, не. Серебро. А по весу? Пробуй. Слушай, а по весу не похож на серебро-то. Нет. Думаешь, золото? Нет, вряд ли. Да воскреснет, дадутся в разе его. Как будто бы он это, современный вообще какой-то, не? Нет. 16 бил. Как будто бы его вообще кто-то потерял, потому что он был вообще на поверхности. Это тоже был бородачес на поверхности. Смотри. Красивый. Угу. Поздравляю, Леша. Деть. Горшков есть там? Нет, смотри. Ну да, керамика. Ты вот здесь пробей. Керамика. Ну, там что-то. Точно керамика. Пробьешь, да, вот эту? Да, конечно. Керамические. Сейчас пробью. Да, металл. Металл, металл. Ребят, у меня монеточка. 17 она била. Вся, конечно, ушатанная. Но монета. Цари, не цари, даже не видно. Ну, то и дело, что тут почва. То песок, то это. Ну, скорее всего, это... Скорее всего, это... Даже не могу сказать, ребят. Вот такой вот кругляш выскочил. По состоянию, конечно, ничего нельзя сказать. А, я уже вижу. Проволока. Медяха. Берем. Двадцаточка. Что было? А, подетка, вон она. Чего просто? Прямо наверху. А, ходячка. 1 рубль. Его. Берем. Чистый сигнал. Надо такие обязательно отрывать. Один раз. Идешь, по-любому пропустишь такой сигнал. Потому что он вроде как тихий. Начало. Проходишь еще раз. Больше звонить начинает. Я тот сигнальчик хорошенький выцепил. Не знаю, что тут, Ир. Пока не нашел.
нету. Неотрывная. Середка. Середка. Спрашивают, а чё так ямы такие большие? Потому что не хочется лишний раз повредить что-то. О, пожалуйста, керамика от горшков. О, монета, Ира. Ага. Слушай, ну ранние советы. Вот она, 24-й год, на копейка. Что, в принципе, очень даже неплохо. Что-то так не настраивается резко почему-то. Вот она. Зимальчик. 89 бил. Сейчас посмотрим. О, хороший вроде. 89. Так. Канина, кольцо. Японское кольцо. Вот монеточка, ребят. 15 копеек, 48-й год. Да, это серебро. Куски серебра. Скорее всего. Посмотреть не могу кинуть. Канина, наверное. Да, только вся розетованная. Канина большая. Тыры, рамочник, 20 копеек, 45-й, да он? Нет, 46-й. 46-й? Да, 46-й год. Состояние прям вообще. Дают вот эти монетки? Да, я знаю. Ну, прям ранний совет. 10 копеек, да? Какой год-то? Не видно год. Ни к чему он убитый, он в нормальном состоянии-то. Его чуть подчистить и все. Глубокий? Ты только обкапывай, а то, знаешь, я один раз монету как повредил прямо. Это, может, пробка. Кончился. Ну-ка. Он так бывает, дай. Дай. Ты пином. Да, видишь, он нормальный. Нет, монета должна быть. Я прям уверен в тебе. Вон, рукой заграбастала. Да вряд ли пробка. Монета. Ну, уж тебе говорил. Это серебро, наверное. Так звонило прям так это. Это серебро. Может, ее надо потереть. Но это не советы. Это не советы, нет. Сейчас дай я на другую камеру сниму. Вся такая прям ушатанная. Ничего там не видно. Ну, царьки. Сейчас помоем. Помоем. Посмотрим. Да, я сейчас сниму, а то потом посмотрим. Угу. Ну так, конечно. На медях, да? Угу. Чего хоть там? А, две копейки вон. Ага.
кот не вижу. Ну, надо вымачивать, наверное, да? Да. Да. Ну, да, приятно. Конечно, конечно. Пока. Вот это, конечно, цари превосходные. Да. Так, это пока у Лёши. Вот, забрели в такую гущу. Ну, а вот кустики, вот ходить можно. Там речка у нас получается рядышком-то вот. Интера копейку там нашла. Говорит, царскую. Ну, потом заснимем, да, там? Ир, потом снимем. Ну, конечно. Тут есть. Неглубоко. Что тут может быть? Где-то здесь. О! Ух ты, вообще. Что это такое-то? Украшение какое-то медное. Ну, какая-то медяшка. Как украшение было. Отсоединился? Угу. Где-то здесь. Пробка. Да не, вряд ли. Это глубоко пробка и под корнями вряд ли. Что-то нащупал я. О, патрон. У меня такое тоже было. Тоже было. Прям глубоко там. Роешь, роешь. И патрон. Гильза. Вот сигнал 90. 92. Локализовал. Сейчас отрою. Такие прям надо аккуратно. Может, конина, конечно, быть. Ну, может и монета. Шанс есть. Да, здесь где-то. Ну что ж, удачи. О, монета. Ира! Монета! Монета! Царь, царь, да. Зеленая какая-то, такая ушатанная, но монета. Сейчас. Крестик, лепесток детский, да? Ира нашла. Прям вообще, да, он? Да, вообще сверху. А потому что это, наверное, копали здесь, это перекапывали, может. Зачетный. Да, мне кажется, монета это будет. Да. О. Отвертка. Не... А, да, кстати, медная. Первый раз такое вижу, медная отвертка. Да не, это не отвертка. Звонила, хорошо? Может, наверху где-то? Вон она, проволока, нет? Она, нет. Нет, не она, это веточка. Что тут? Монета, монета. Это советик. Но может, нет. Да, она звонила 34, что ли. Ну что? Совет?
ели. Глубоко не может так бухарик быть? Хотя может. Отмоем сейчас. Проявляется еще. По-моему, да, так и есть, да? Ну, уже цари видно, Николай. А, Николаевская, да. Да, но не это, не серебро. Серебро. Нет. Замачивать надо. А этот обратно? Одна вторая, наверное. Да, наверное. Да, замачивать надо. Наверное, одна вторая копейки. Угу. У нас ночь, и вот попадается Ире пуговица орлянка. Такая неплохая. Это даже по золоту, да, видно? Угу. Вот так с фонарями мы с Ирой копаем. Уже ночь, а мы все копаем. По лесу, как по площади. Потом. Надеюсь, что-нибудь попадется еще. Усилена земля. Как, нормально? Шагает в прошлое. Да? Ну, конечно, мой любимый. Твой любимый сигнал? Ну, что-то у меня вот немножко есть. Прощай, моя. Что-то глубоко. Прощай, моя. Моя простая песенка. Песная у огня. Ой, забудь. Карты. Не хочу, карты. Я тоже не хочу, достал мне эту душу. Монетка. Монета? Да. 2 рубля 24. 2 копейки, 2 копейки 24? Да. Да ее просто, я думал, цари. Мушка, да? Блин, какая интересная. А у нас двушки есть, да, по-моему? Такой задумчивый, любимый, недоверчивый, загадочный, красивый. Молча смотришь на меня. Но отзвучал последний зал, а спать совсем не хочется. И вот опять звенит поля. Гитарная струна. 1 копейка 29-го года. Ты не грусти, пожалуйста. Я верю, что мы встретимся когда-нибудь, когда-нибудь у нашего костра. Усталая, прощальная, но в общем беспечальная моя простая песенка, лесная у огня. А ты такой задумчивый, любимый, недоверчивый, загадочный, красивый. Молча смотришь на меня, молча смотришь на меня, молча смотришь на меня.